Семена томатерен F1, Wyrn F1, обилие плодов цилиндрической формы. Они появляются в июле, спустя 100-105 дней после прорастания всходов, а сорт считается ранним. Спелые томаты находятся в гроздьях, имеют необычный красноватый оттенок кожуры и отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Каждый из них может достигать массы 95-105 граммов. Wyrn F1 – это высокорослый сорт, подходящий для открытых грядок и пленочных укрытий. Растение ценит за устойчивость ко многим грибковым и вирусным заболеваниям, что существенно снижает риски потери урожая при его выращивании. Кроме того, томаты длительное время сохраняют товарный вид, не трескаются и не увядают после сбора. Томат Wyrn F1 – это однолетнее растение. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания томаты прекрасно устроит телипца А и открытый грунт. Томат Wyrn F1 имеет раннеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 95-105 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода красная. Вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.